Ольга Бузова и Давид Манукян расстались почти 2 месяца назад, однако слухи о том, что творится в личной жизни у каждого из них, не утихают до сих пор. 2 недели назад блогер заявил, что в будущем не планирует вступать в пару со знаменитой девушкой. Разоткровенничавшись на интервью, Дава рассказал, что если и начнет отношения, то только с немедийной представительницей прекрасного пола. Бывшая возлюбленная Манукяна, 35-летняя Ольга Бузова, комментариев относительно новых отношений пока не давала. Однако сегодня в своем микроблоге в Инстаграм опубликовала неоднозначный снимок, сделанный у двери в кабинет гинеколога, подогрев слухи о своей беременности. 15 марта 28-летний Манукян отмечал день рождения и дал интервью радио Юмор-ФМ. Блогер признался, что участие в шоу «Танцы со звездами» стало для него судьбоносным, но по каким причинам комментировать отказался. Дава подчеркнул, что сейчас он не состоит ни с кем в отношениях и является самым настоящим холостяком. К слову о холостяцкой жизни. В разговоре с радиоведущим бывший Ольги Бузовой поведал, что сейчас не видит для себя смысла участвовать в романтическом шоу на ТНТ. «Я пока не думаю об этом. Вчера я опубликовал ролик, в котором пошутил на тему холостяка, и мне все начали писать: давай на шоу, мы тебя ждем. Но если честно, мне кажется, что я там не встречу свою любовь». Напомним, что в конце января 2021 года Ольга Бузова в своем микроблоге в Инстаграм подтвердила информацию о разрыве с Давидом Манукяном. К слову, расставание показалось многим весьма спонтанным, ведь в начале месяца пара сыграла свадьбу на Мальдивах. Вместе возлюбленные в общей сложности провели 1,5 года. Стоит отметить, что еще в декабре Ольга отстаивала свой роман в прессе, жестко опровергая слухи о том, что у пары пиар-отношения. Однако уже в январе Ольга Бузова в своем микроблоге в Инстаграм опубликовала нелицеприятные подробности расставания с Давидом Манукяном. Певица поделилась перепиской с блогером, в которой обвиняет его в неверности и даже рукоприкладстве. Примечательно, что спустя пару недель звезда призвала подписчиков голосовать за блогера в финале телешоу «Танцы со звездами». Сам же Давид Манукян раскритиковал и осудил тех, кто выносит на публику проблемы в личной жизни. В одном из интервью блогер признался, что чувствует себя одиноким. Молодой человек имеет четкий стандарт женщины, которую видит рядом. Любимая должна поддерживать своего мужчину, ставить на первое место его амбиции и авторитет и не выносить ссор из избы. Дава также рассказал, что отношения с Ольгой Бузовой для него пройденный этап. А Филипп Киркоров, общий друг и коллега бывших возлюбленных, добавил, что не верит в воссоединение пары, но посоветовал Бузовой и Манукяну перестать враждовать.